По итогам полугодия судебные приставы пополнили региональный бюджет за счет взыскания исполнительского сбора больше, чем на 28 миллионов рублей. Данные озвучил руководитель ведомства на расширенной коллегии по итогам работы за первые 6 месяцев 2014 года. Общая сумма, взысканная из должников, составила 908 миллионов. Подвергается аресту имущество должников по кредитам и невыплате алиментов. За полгода под арест попал 61 объект недвижимого имущества и 193 единицы автотранспорта. Сотрудники отмечают, в летний период мотивацией для скорейшего погашения задолженностей служит запрет должникам на выезд за границу. За 7 месяцев текущего года структурными подразделениями управления направлено 1 миллион 300 тысяч электронных запросов за полугодие, большая часть которых – кредитные учреждения. Практику работы управления прочно вошло систематическое проведение сверок по оплате с пенсионным фондом, налоговиками, ИБДД, управляющими компаниями. Постоянно возрастает посещаемость официального интернет-сайта ФССП России.